пятый раз, и больше не знаю. Я, честно говоря, не помню точно, потому что очень, да, это уже не первый раз, очень много раз мы здесь были, и все время нас встречали замечательно. То есть я очень рада пребывать здесь каждый раз. Точно так вы чувствуете, что существует между вами и румынской публикой особенная связь, может быть? Да, конечно, соответственно, конечно же, связь, безусловно, есть. Со всеми людьми, неважно, то есть румыны это или какой-то другой народ. Безусловно, на каждый наш концерт, то есть я ощущаю энергетику и от людей, которые присутствуют на концерте, я же отдаю собственную энергетику им же. Я заметил, что вы недавно опубликовали свежий ролик. Вы приготовите что-то новенького скоро? Мы сейчас перезаписываем наш первый альбом «Возрождение» и в скором времени планируем его переиздать, да, с живыми инструментами. Отличные вести. Последний вопрос. Нравится ли вам какой-либо румынская группа? Румынская группа металла? Я боюсь, не выговорю название. Это бывшая группа Нигур Банжит. И сейчас я знаю, ребята сделали проект, но, к сожалению, я боюсь, куда, не помню, как называется, не могу выговорить. Очень сложное название. Гордый дух. Я их вот не знаю. Ага, отлично. Две группы просто шедевральные, действительно. Я их знаю давно очень, и огромный респект и ребятам. То есть они все делают настолько с душой, что слов у меня нет, конечно.